По місцю запуску ракети «Орєшнік» прилетів український безпілотник. І Росія активно готується до висадки на правий берег Дніпра. Про те, що відбувається і в Курській області, про це не тільки поговоримо із Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас бачити. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, дійсно раді вас бачити. Маємо сьогодні насичено в новий день четверга. І перед тим, як почати, ми тут традиційно звертаємося до нашої з вами шановної аудиторії. Хто просто зараз доєднався, ставте цьому відео одразу лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. Традиційно залишайте от прямо зараз в коментарях і залишайте свої питання також до пана Романа Світана в коментарях, що будуть цікаві і актуальні, обов'язково їх поставимо просто під час прямого ефіру. Не забувайте про підписку на цей YouTube-канал, тому що лише з вашою допомогою ці меседжі, які ми просуваємо, їх почують якомога більше людей. А в період інформаційної війни це точно важливо. І також нагадуємо про традиційне опитування в нашому чаті під відео. І сьогодні опитування наступне. Чи дійсно РФ може піти в наступ на Херсон? Є відповідь ні, це російське ПСО, і так може, прямо зараз проголосуйте, цікава ваша думка, і залишайте свою думку в коментарях. Пане Романе, і починаємо з новин від очільника Миколаївського ВА Кіма про те, що РФ готується до висадки на правий берег Дніпра. Про це запевнила в Миколаївська ВА. З приводу інформації про штурм росіянам правого берега Дніпра ми знали давно, ще 4 місяці тому. І володіли цією інформацією, і готувалися. Військові теж всі розуміють, реагуємо відповідно по ситуації, про це сказав Кім. Пане Романе, що зараз відбувається на півдні? Чи дійсно РФ готує наступ на Херсон до форсування? Який ви бачите формат цього наступу? Човни вчора обговорювали, там Олександр Мосєнко в нашому ефірі запевнив, що це можуть бути навіть гелікоптери. Можливо, у вас є якийсь третій варіант? І наскільки готові наші Збройні Сили України до всіх сценаріїв? Ну, дело в том, что россияне постоянно на правый берег пытаются пробиться, и это не вчера, не сегодня там, или не позавчера. Это нормальная работа любой армейской разведки, особенно морской пехоты, которая, если есть плавсредства, они, естественно, будут пытаться на правый берег выйти. ДРГ российские шныряют по правому берегу не один год. Мы их вылавливаем, там достаточное количество наших войск для того, чтобы их отлавливать. Но это стандартная работа любых разведосов. И наша, так же самая наша армейская разведка работает по левому берегу. Иногда, ну, в основном рейдовые атаки, то есть зашли, выполнили какую-то задачу, в основном для работы артиллерии выполняют разведку. А дальше возвращаются обратно. Та же самая картина у россиян, потому наличие поплав средств, допустим, он ни о чем не говорит. Вопрос количества. Ну, последнее время там они собирали вдоль всего левого берега все, на чем можно переплыть. Да, действительно, там, может быть, несколько сотен плав средств нашли, но это не масштабная, не подготовка к масштабным боевым действиям, связанным с форсированием. Дело в том, что для форсирования Днепра, а там, ну, больше полукилометра, это минимум, так и реально 700-800 метров по ширине Днепра, и довольно-таки быстрый, то есть там для того, чтобы развернуть понтонные переправы, ну, очень долго придется возиться, причем сначала создать на правом берегу плацдарм, то есть это целый процесс, выйти на правый берег, создать плацдарм, мы же в это время на них же смотреть не будем, естественно, начнут работать FPV-дроны, начнут работать авиация нашей, артиллерия, которая не даст возможности россиянам просто навести переправу как таковую. А без понтонных переправ никакие наступательные действия, оперативно, я за стратегические вообще не говорю, оперативного уровня невозможно. Но потому Херсону в этом смысле ничего абсолютно не угрожает. А, допустим, то, что россияне могут, в принципе, технически даже выполнить заход на правый берег, так еще раз повторюсь, они это уже делают. Просто чуть увеличить количество войск, да, могут, но ненадолго. Вот та же самая картина, как они на правом берегу Оскола вышли на два плацдарма, один мы уже срезали, над вторым работаем. Здесь та же самая картина. Задача может быть больше на информационном поле поработать, но опять же, для чего? Для того, чтобы попытаться заставить наше военно-политическое руководство принять решение перенаправить по этому направлению дополнительные силы и средства. Ну, допустим, одну из бригад или там две бригады вновь сформированных или бригад резерва вместо того, чтобы отправить на помощь
нашим войскам на востоке или на восточном фронте, или на Курском направлении, могут попытаться заставить таким информационным давлением перенаправить в сторону Херсона, то есть отвлечь, отвлекающая операция, так называемая сковывающая, то, что мы сейчас делаем по Кучине. Там 50 тысяч российских войск связано боями с нашими войсками, причем в три раза меньшими по количеству, то есть в три раза меньшим количеством войск мы связали 50 тысяч россиян, которые не попали на Восточный фронт. Вот россияне сейчас могут, в принципе, такую же самую операцию спланировать по Херсонскому направлению, еще раз повторюсь, ни стратегического, ни оперативного смысла она абсолютно не имеет. Естественно, никакой опасности самому Херсону не принесет. Потому посмотрим за динамикой развития событий. Готовность есть, не то, каким об этом говорит, то есть наша разведка отслеживает движение россиян, и пока там по левому берегу серьезных сил не замечено. Вертолеты, ну, имеется в виду, кроме морского десанта, допустим, что такое, ну, 300 лодок, которые могут перебросить на правый берег максимум там по отделению, там по 10 россиян могут перебросить, до 3000, но это максимум, а так реально там половина лодок возьмут 3-4 террориста, не более того, потому можно говорить 1500-2000 россиян, которые там одномоментно могут появиться на правом берегу, они абсолютно никакой проблемы для наших войск по правобережью на данный момент не представляют. Использовать вертолеты для режима, допустим, воздушного десанта, да, действительно возможно, но россияне побоятся это делать, потому что по правому берегу сейчас на данный момент находятся серьезные силы, которые пытаются прикрыть Николаев и Херсон в том числе. То есть там есть ПВО, которое, в принципе, те же вертолеты, заходящие на высокий правый берег, позбивает на подходе. То есть и с этой точки зрения проблем я таких больших, по крайней мере, не вижу. Потому не надо паниковать ни в коем случае. Это примерно та же психологическая атака, которая была в свое время перед наступлением российских войск в сторону Харькова. То есть то количество войск, которое было собрано в сторону Харькова, ну никак они не могли бы Харьков захватить, полуторамиллионный город, практически нереально, там 15-20 тысячами россиян. Вот они завязли в боях в районе Липцев и в районе Волчанска. Так это еще по Суходолу, там же реки нет. А там, где река, то есть Днепр, не даст возможности россиянам поддержать наступательные операции на правом берегу. Пане Романе, звертаємося до наших глядачів, які щойно доєдналися до прямої трансляції. У нас є запитання, ви можете голосувати. Запитання звучить саме так: чи дійсно Росія піде в наступ на Херсон? Ні, це російське ПСО. Варіант відповіді, другий варіант відповіді, так, зможе. Долучайтеся, пишіть свої думки під YouTube-трансляцію. Бачимо, що нам пишуть із самого Херсону. Велике вітання вам передаємо, вітання з Мінська. Також пишуть нам з Калуші. Дякуємо за вашу активність і за підтримку українського контенту. Пане Романе, також до успіхів перейдемо з вами, тому що українські військові повернули контроль над селом Новий Комар Донецької області. Окупантів вдалося вибити із населеного пункту. Про це повідомляє речник ОСУ в Хортисі Назар Волошин. Цей населений пункт, він знаходиться в Волноваському районі Донецької області. Про що можуть свідчити наші ось такі успіхи в даному випадку, що відбувається в даному напрямку? Ну, это временский выступ, так называемый. То есть работа россиян по направлению на Новоселку, Великую Новоселку. Они пытаются выйти на эти два населенных пункта. И там идут такие знакопеременные бои. Иногда россияне нас выдавливают с позиции, иногда мы возвращаем обратно наши позиции по этому направлению. Для нас это очень важно. То есть работать и обрезать те вклинения российские, которые они допускают. Это как раз когда я иногда говорю об обрезании в тех колонн, которые вот россияне где-то проходят, отрезать, в принципе, ударить с флангов на наступающую колонну, если есть достаточное количество сил, средств или хотя бы даже средств, то есть с помощью тех же артиллерийской завесы, как это было в свое время в районе того же Купинска, уже два раза как минимум. Вот здесь та же самая картина, то есть когда есть слаженная работа артиллерии, с наземных сил, механизмов воздушного давления некоторого, допустим, тех же FPV-дронов. То есть, а у нас уже очень много бригад
которые комплексно могут работать, выполнять боевую задачу. Вот одна из них была выполнена, то есть отсекли наступающую колонну россиян, вернули обратно, выровняли фронт, взяли под контроль, вернули обратно наши позиции, которые раньше были россиянами заняты. Сейчас наблюдается последнее время, вот уже несколько, может быть, дней, недель, наблюдается перераспределение средств на восточное направление. Во-первых, уже активизировались поставки наших партнеров, достаточное количество вооружений, того, что обещали в свое время еще в начале года, вот оно под конец года уже доезжает. И как раз вот такой поток боеприпасов, который в том числе попадает на Восточный фронт, дает возможность нам отрабатывать и возвращать наши рубежи. Я думаю, сейчас подтвердят мои слова из линии боевого соприкосновения ребята, которые получают вот эти новые, ну и новые поставки, которые заходят, причем там весь спектр боеприпасов, начиная от противопехотных мин и заканчивая 155-ми снарядами. Плюс сейчас появились на поле боя и FPV-дроны, которые нам передают, и FPV, и дальние дроны, то есть оперативного уровня, которые нам начали передавать наши партнеры. Их уже видно в работе на театре военных действий. Також, пане Романе, про Курщину давайте більш детально поговоримо, бо армія РФ просувається до українського виступу на Курщині. Маємо деталі від Інституту вивчення війни, бо геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися до південного одного з основних пунктів і продовжили штурм там безпосередньо там, а також на північний схід від Сульчі і біля Мартинівки. Натомість Збройні сили України контратакували в районі Миколаєва, Дарино та Дарино та Новоіванівки. Пане Романе, що зараз відбувається на Курщині? Яка тенденція там і з боку Збройних сил України, і з боку ворога? Та в перспективі на кілька місяців ваш прогноз, як там можуть розгортатися події? І таке більш глобальне питання, бо ми з вами постійно обговорюємо, що Путін постійно та дає певні укази. І в контексті інавгурації Трампа тут, як ви бачите, розгортання подій? Ну, для Путина однозначно невыгодно нахождение наших войск на территории России, когда будет приниматься какое-то решение, допустим, по контакту между уже вступившим в должность Трампом и, допустим, тем же Путиным, или какие-то моменты, связанные с продолжением боевых действий. Для него очень невыгодно. То есть не только даже дело в Трампе, может быть, а дело еще и во внутренней политическом противостоянии в самой России, потому что никому не нравится, когда на территорию заходит сапог чужого солдата. Сейчас украинские войска, находящиеся на российской территории, топчущие землю Курщины, если с точки зрения россиян это видеть, то это серьезная проблема, и с ней однозначно Путин будет пытаться справиться в ближайшее время, тем более пытаясь использовать оставшиеся такие сухие деньки перед уже зимним ненастьем. Почему? Потому что зимой однозначно, если нет хороших морозов и нельзя выводить тяжелую технику на застывший наст, грунт, то любые действия масштабные, они, естественно, затухают. Это касается Восточного фронта, но и однозначно это касается в том числе и Путина, потому Путин торопится. Два механизма — погода и Трамп. Впереди у него поставлена, естественно, задача. Чем быстрее, тем лучше решить вопрос с нашим присутствием на Курской земле российским войскам. Но недостаток, как всегда, то есть войсковая операция еще до сих пор официально не объявлена на Курщине, а это до сих пор еще КТО, контртеррористическая операция. Видно невозможность управлять процессами тех командиров оперативного уровня, которые поставлены, иногда вкрапление там ФСБшников, потому что контртеррористическая операция, значит, работает ФСБ Российской Федерации. А вот эта вот неразбериха для нас, она, конечно, на руку. Мы ею пользуемся, отрабатываем россиян. Вот сейчас в районе Дарьино работают несколько наших групп, бригад именно механизированных, которые перехватывают наступающие российские части, которые выполняют задачу Путина, и их минусуют достаточно серьезных количеств. То есть где-то, ну, можно сказать, половина уничтоженных россиян где-то как раз на Курском направлении за счет наступательных действий без определенных систем обороны. Или наступление проходит вот по той же
дороги смерти, так называемые, россияне постоянно пытаются в районе зеленого шляха атаковать, а пристреленные и простреливаемые, и пристреленные перекрестки и участки этой дороги дают возможность нашим войскам уничтожать там десятки единиц техники, ложить, отправлять на тот свет сотни голов российских террористов, которые пытаются там двигаться. Тем более плюс инфильтрованные северокорейские войска, там чуть больше 2000 северокорейцев, уже заведены подразделения морской пехоты 810-й бригады, плюс 76-я воздушно-десантная дивизия Псковская тоже туда зашла, и там также есть инфильтрация северокорейских военнослужащих. То есть, ну, для нас, в принципе, мы там не сортируем. В сортах российско-северокорейского навоза никто разбираться, конечно, не будет, потому минусуются все скопы. Пане Романе, попередньо в російських пабліках було повідомлення про те, що український безпілотник атакував нібито полігон Капустин-Яр в Астраханській області. Це, ми знаємо, те саме місце, звідки росіяни запускали ракети, ракету «Орєшнік» по Дніпру. І російські окупанти пишуть про те, що протиповітряна оборона нібито збила дрон за кілька метрів від в'їзду на території, і вибухова хвиля пошкодила тільки ворота. Офіційного підтвердження від Генштабу Збройних сил України поки що не надходило. Проте, пане Романе, нагадайте, будь ласка, скільки загалом у Росії подібних полігонів є, і також про доцільність нанесення ударів саме по таких місцях прямо зараз. От летів собі наш бойовий безпілотник, нікого не трогав, хотів постучатися в ворота полігона, тут раз його збили. От це вся суть російської гостеприимності, так называемой, понимание этих процессов. Понятно, это сарказм. Если реально один беспилотник не решит вопрос по Капустиному Яру, таких два полигона таких серьезных у России есть, стратегических, сам по себе полигон такого уровня, это как раз механизм, чтобы по нему били. Это не то, что стартуют оттуда ракеты иногда, которые выводятся россиянами для старта. Это только из-за того, что они боятся где-то эти ракеты использовать на просторах России. В других местах они же на старте взрываются, особенно предсерийные образцы. Да даже серийный, вот тот же «Сармат» никак в серию не попадет. Там из 7 пусков 6 взрывы практически на столе, то есть либо в шахте, либо на выходе. И здесь та же самая картина, боятся не использовать пока еще предсерийный образец, выводят его на полигон, именно в то место, куда, по большому счету, должны все ракеты прилетать при их испытании. То есть второй полигон примерно такой же. С одного полигона на другой полигон они обстреливают друг друга, получается, ракетами. Естественно, заход беспилотника одного или даже попытка пробраться на Капустин-Яр одному беспилотника абсолютно никак российские механизмы запуска, ну, не повредит. То есть это может быть как механизм прокладывания маршрута или механизм вскрывания ПВО противника, чтобы посмотреть алгоритмы его работы, расположение зенитно-ракетных комплексов, радиолокаторов радиотехнических войск противника, может быть, опять же, но один беспилотник, конечно, погоды однозначно не сделает. Капустин Яр сам по себе как полигон, да он в принципе не нужен, уничтожать-то надо пусковые установки, то есть те места, где разворачиваются ракеты, то есть либо места хранения и пусковые места хранения ракет, естественно, пусковых установок, либо места старта ракет, но для этого надо иметь постоянный мониторинг выхода пусковой установки с ракетой для пуска, чтобы нанести удар. Причем механизм, в принципе, очень тяжелый. В каком смысле? В том, что чтобы беспилотник дошел до Капустиного Яра, ему тарахтеть в воздухе надо было часов 10, наверное. Ну, 7, 8, 10, в зависимости от скорости и от маршрута полета. Естественно, прицелиться ракета не будет 10 часов разворачиваться. То есть механизм уничтожения, он может быть только баллистическим. Если есть, опять же, мониторинг пространства, постоянный видеоконтроль, допустим, или контроль другими средствами визуального контроля, в том числе для того, чтобы можно было откорректировать работу баллистических ракет, которых у нас на данный момент пока еще нет. То есть баллистика, которая там за несколько десятков минут может достичь пусковой установки еще до пуска, мы пока еще этих ракет не производим, нам, естественно, никто их пока не передавал.
А на восходящей траектории баллистическую ракету сбивать тоже, в принципе, можно, но для этого надо разворачивать систему «Иджис» у нас. Мы уже неоднократно об этом говорили, ставить корабельные установки МК-41 в 64 шахты для ракеты СМ-3. И тогда можно там на 1500-километровой высоте либо на 2500-километровой дальности снимать на восходящей траектории вот такие вот орешники там, или кокошники, в зависимости от настроения Путина, как он их будет называть. Этот вопрос возможен, но для этого нам надо стать Польшей, имеется в виду вступить в НАТО и развернуть, как вот они в Редзиково развернули такую станцию, либо стать Румынией, они также у себя развернули вот такую станцию по контролю пусков баллистических ракет. Они могут достать до Капустинного Яра только если будут стартовать с нашей территории. Это надо предлагать нашим партнерам, и тогда мы можем контролировать Капустин Яр. Ну, это один із полігонів, які є в Росії. Пане Романе, видання Bloomberg пише про те, що Україна і НАТО змістили фокус щодо України. Вони шукають не шлях перемоги у війні, а допомогти Україні зайняти сильну позицію у протидії російському наступу або можливих мирних переговорах. Тут треба ваше роз'яснення, ваше бачення та ваша аналітика, як ви сприймаєте такі матеріали, що означає простими словами зміна цього фокусу, чи означає це те, що у нас буде більше військової допомоги, так чи ні, і загально тут ваша аналітика, пане Романе. Военные, они ж черно-белые, без серого. Это у нас политики в основном серые. Чем больше серого поля, тем для них больше, где можно развернуться или как-то себя показать. А военные черно-белые. Для военного есть либо победа, либо капитуляция. А потому если кто-то не рассматривает нашу победу, восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, то это капитуляция. А кто бы что там ни рассказывал, какие бы там замки воздушные ни строил, потому если снят вопрос о восстановлении границ 91-го года, то значит поднят вопрос о капитуляции. И это касается не только наших партнеров, некоторых, которые сейчас в основном ретранслируют московские нарративы, это касается еще и наших, в том числе, доморощенных политиков, которые тоже носятся с этими идеями всяких мирных заморозок, разморозок и так далее и тому подобное. А это капитуляция в чистом виде. Потому любой контакт с противником, если он есть на вашей территории, если российские войска на нашей территории находятся и кто-то пытается сконтактировать в этот момент с представителями России, это госизмена, 111 статья, это как минимум Уголовного кодекса, ну и в чистом виде капитуляция, если это будет выполнено какими-то методами, по крайней мере, которых на данный момент пока еще не просматривается. Есть вопрос к легитимности нашей власти, которая может что-то там где-то подписать. Такой же вопрос был в свое время к Януковичу. Он там тоже капитулировал, то так и не выкапитулировал. Где-то сейчас живет в районе Москвы, там в Рублевке, на Рублевке. Потому я не вижу механизмов капитуляции Украины. То есть некому капитулировать, нет полномочий. Конституционный суд не подтвердил в мае месяце продолжение полномочий тех, кто мог бы капитулировать. Потому мы с этой стороны очень хорошо защищены, Украина. А некому капитулировать. Потому все эти разговоры о капитуляции не имеют никакого смысла под собой технического исполнения как такового, потому никто не снимает задачу восстановления территориальной целостности, суверенитета Украины согласно в той присяге, которую дает каждый военнослужащий народу Украины, не правительству, не президенту, не раде, народу Украины, потому вариантов других абсолютно нет никаких. Пане Романе, сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Собіга вийшов з зали пленарних засідань Організації з безпеки і співробітництва в Європі перед початком виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Ми бачили, що слідом за очільником МЗС України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів. Взагалі, перше запитання, що тут робить Лавров? І також після цього він опублікував відео, в якому йшлося, процитую, про те, що Росія не хоче ні на кого нападати, і це Сполучені Штати Америки напали на Росію руками українського
режиму. Україна напала на Росію. В принципі, ну, тут зрозуміла риторика, зрозуміла ось ця методичка російська, яка постійно виголошується з вуст тих чи інших, я не знаю, як їх назвати. Проте, пан Роман, ваш коментар. Ну, вопрос к себе не потому, почему он вышел с этого консилиума, а вопрос, почему он там попал. То есть почему он туда зашел, а не вышел. Он не должен был туда заходить, если там есть представитель нашего противника, и конкретно наш враг, то по большому счету его там не должно было быть, самого Сибири как такового. Либо он должен был его там уничтожить, потому что кто-кто, ну Лавров уж точно враг. То есть тогда Сибирь должен был выполнить задачу основную любого украинца, уничтожения противника. То есть почему он этого не сделал, взял оттуда, ушел. Потому очень сложно, так сказать, вот эти дипломатическо-политические или вообще непонятно какие действия комментировать военным. Его не должно было там быть, или он должен был его уничтожить, ну, по крайней мере, Лаврова. Почему Лавров там находился, это вопрос к организаторам всего этого действия. Мы уже неоднократно говорили, все эти организации Объединенных Наций, общества по борьбе с экономикой ОБСЕ или там еще с чем-то, это не нашего уже уровня общества, потому что они ничего абсолютно не приносят положительного. Организация Объединенных Наций вообще бестолковая организация. ОБСЕ вот, оказывается, приглашает еще российских террористов послушать, то есть практически их обеляет или, по крайней мере, легитимизирует в информационном потоке. Мы должны сейчас еще бред проговаривать Лавровский, этого усталого коня или лошади, кому как нравится. То есть есть вопросы. Вопросы как раз к Сибири, то есть вообще к нашей делегации и нашему участию во всех этих сомнительных с точки зрения безопасности организациях как таковых. И я думаю, вопросы это будет решать уже следующая власть. Эта власть, конечно, не способна решать такие кардинальные проблемы. Мы видим вот участие всех этих сибих в контактах или по попытках там как-то себя обелить в контактах именно з нашим противником. Тут от ще до слів Олі згадується те, що прес-секретар Путіна Пісков колись сказав про те, що Росія ніколи нікого не нападала. Але свою думку, шановні глядачі, залишайте в коментарях, що ви думаєте стосовно цього інциденту. І не забувайте писати, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. І не забувайте підтримати це відео, це стрім окремим лайком, бо лише з вашою допомогою його потім подивиться якомога більше людей. Пане Романе, маємо ще питання про те, що медиків заборонять переводити в піхоту. Про це своїм указом президент Зеленський вів дію рішення РНБО щодо цього питання. Тут треба ваш коментар, що це змінить простими словами і загально, чи зміниться певні тенденції в мобілізації зараз? Ну, одні члени одної і той же команди приймають рішення привлекати медиків в піхоту, а вторі члени той же самої команди відміняють це рішення, пытаясь себе какую-то соплю на грудь повесить в качестве медальки за отмену бестолкового решения. Так это ж ваше решение, это ваша команда, ваше решение. Одни приняли, другие отменили, что они хотят. А положительных эмоций, какие положительные эмоции, потому что отрицательные уже были и не намного мощнее самих положительных. Потому я не знаю, кто им сейчас подбрасывает такого рода предложение по действиям, по увеличению своей узнаваемости, или все их прекрасно знают со всех сторон, так сказать, ничего нового абсолютно. А увеличивать свой рейтинг за счет противохода, так называемого, который сами же и придумали, ну, не во время войны, но может просто плохо закончиться, у людей и так нервы на пределе. Потому не надо было это делать, это называется, для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное, а у них денег на это нет. Так вот, не надо делать такие вещи, чтобы потом не продавать как-то, попытаться, по крайней мере. Не надо было однозначно ставить строй медиков, пехоту. Это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Какие пехота — это совсем другое направление. Причем специалисты такого же уровня, как и медики, только в своем деле. Одни убивают, другие как раз восстанавливают, пытаются восстановить жизнь.
Это две разнополярных задачи. Их смешивать однозначно не надо, потому что пехотинца готовить надо примерно так, как и медика. Несколько лет это настоящего пехотинца, то есть настоящую штурмовую пехоту, штурмовое мясо, так называемое. Потому надо раньше было думать и ставить в строй мотивированных и профпригодных. У нас есть мотивированная пехота, ее надо же замотивировать, то есть поднять определенные денежные содержания, а это работать должны политики, вытащить у себя из карманов определенное количество финансов и отдать свою зарплату, в конце концов, на денежное содержание, мотивацию пехотинцев, то есть пехоты штурмовой, которые могут эти задачи выполнять. Штурмовики, профессионалы, они не будут любителями идти на штурм, выполнять задачи. Не будут, потому что прекрасно понимают, что каждый стоящий в строю, он должен быть профпригоден, это как минимум, тем более уже прошедшее определенное боевое крещение. А новичков, а тем более далеких от выполнения боевых задач людей, ну уж точно нельзя в строй ставить рядом. Я думаю, эти процессы, в конце концов, ситуация заставит наше военно-политическое руководство принять правильные решения по серьезной денежной мотивации людей, которые могут выполнять боевые задачи, поставить в строй тот 1% профпригодного населения украинского, которые могут победить в этой войне. Нам надо профессиональные армии. 1% — это чуть больше 300 тысяч человек, но их надо мотивировать. Это опять, еще раз повторюсь, вопросы к политикам, к денежному содержанию, к соцпакету, то есть они должны эти вопросы решать. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую. Дякую за ваші роз'яснення, за вашу позицію. Роман Світлан, льотчик-інструктор, полковник запасу Української армії, традиційно щодня відповідав на найголовніше питання цього дня і цього тижня. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк, напишіть свій коментар щодо тих тем, які ми обговорювали. Напишіть своє місто, свою країну, звідки нас дивилися. І також, якщо ви не відповіли на питання традиційно в нашому чаті, от зараз прямо проголосуйте і не забувайте написати також свою думку і в коментарях розгорнуто, то я теж цікаво почитати. А на питання, чи дійсно РФ піде в наступ на Херсон, відповіло вже майже 1000 людей, і 60% вважають, що ні, це російське ПСО, і 40% вважають, що так може. От така наша соціологія в нашому чаті. Тож, можете ще раз прямо зараз і проголосувати, і написати свою думку. Пане Романе, ще раз дякуємо вам і побачимось в ефірі на 24-му.